Не слышу, совсем познакомились?
готовы отправиться в базу щенячьего патруля. Готовы? Да! Откройте, пожалуйста, на чем ездит щенячий патруль? На машине! Правильно! А у вас есть машина? У меня! А давайте сейчас каждый сам себе придумает машину. Самую красивую, лучшую, красивую машину. Придумаем? Да! Тогда поднимайся со своих мест. И сейчас скажите, пожалуйста. Давай, сделаем это. Берёмся за ручки. Давайте, все становятся в кружок. О, вытягиваемся, вытягиваемся, вытягиваемся. Чуть-чуть сюда. Один шаг. Вот так. Так, давайте вот так. Итак, скажите, пожалуйста, что есть в машине? Я знаю, что. Руль. Тогда показываем красивый руль. А есть на больших? Тогда что включается? Крыша! Включается! Крыша включается! А переднюю он так и не точно! А еще? И водичка! Прыгает водичка, вода! Покажи водичку! А как машина заводится? Покажи ей! Как заводится? Или вставляем, жмем на педаль! Еще! Машина умеет поворачивать налево! Поворачиваем! Направо! Потом она едет по карте вот так! А потом мы говорим «Поехали!», а вы все вместе кричите «Вперёд!». Ну что, друзья, поедем? Да! Отлично! Тогда приготовились и вперёд! Берёмся за руль, ставим ножку на педаль, заводим машинку. Громче машинка должна лететь. И поехали! Есть такое! Как ты думаешь, что там? Хочешь посмотреть? Покажи.
мені покажеш? А ти знаєш, що шукає? А давай достанемо, покажемо друзям, покажемо. Попробуйте, какой он мягкий. Эй, ну не так попробуй, просто ложкой. Мальчик, он такой мягкий. А еще? Что он еще умеет делать? Что он умеет делать? Он может делать вот так. На небо! Подошел ты! А как ты поедешь на небо? Хочешь, смотри, дай! Как ты думаешь, может быть нам все... Не думаю. Не думаю. Может, взрослый на пол? Взрослый, скажите, пожалуйста, куда нам можно его повесить безопасно? Понятно. Слушай, тогда давай. Отдадим его на хранение моей маме. Давай. Маме дадим? Тогда держи, неси, давай. Конечно. Мама поможет. Мама всегда все сохранит. А здесь я предлагаю вам вспомнить всех всех щенков, которые есть не очень подробно. Вы их знаете? Да. Вы что? Подождите. Подождите. Я вам сейчас подожду карточку, а вы назовете, кто это. Маша. Правильно. Это у нас Маршал, а это? А если я вам буду быстрее показывать? Нет, я этого не знаю. Ну, как знаешь? Давай. Кто же это был? Увидели? Скай! Действительно, Скай. Молодцы, аплодисменты вам! Окей, не внимай! Ой, Скай! Тебя вообще быстро узнали. Слушай, меня узнали. Интересно, а взрослые? Только не подсказывайте. Там подписано. Рокки, правильно! А, ты скажи, что ты делаешь? Здорово, и сегодня... А кого еще? Кто вспомнил? Мальчик. Мальчик был. Майдал. Он очень любит воды. Зума. Зума. Зума, правильно! Это Зума, молодцы. Друзья, сегодня эти щенки помогут нам отыскать все, где хотите отсюда. Да. Но они будут вам давать такие задания, с которыми мы должны справиться. А задания все очень веселые, мы с вами будем играть. Здорово! У меня есть такая идея. Можно я буду первым щенком? Первым? Да! Классно! Маша, какой же задание? Мне кажется, что у меня есть один мячик, который может нас привести к цели. Но этот мячик, дело в том, что он немножечко... Большой? Да. Вот такой? Вот такой огромный. Это не тот мяч? Нет, не тот мячик. Я боюсь, что этот мячик может нас раздавить. Ой, не боитесь? А сможете убежать от него, если что? Мы должны убегать от этого мяча так быстро, чтобы он нас не задел. Договорились? Сможете убежать? Да. Так, дай ему вам показать. А вы знаете, что залез на него и катать? Нет, давай на него больше не надо. Если это мяч кончика, значит, нам нужно просто не укрыть. Здорово. Ну что, хотите увидеть? Да, я видела. А ты думаешь? Ты видела? Итак, сейчас все поднимаемся со стульчиков, подходим к Скай. Скорее, подходим к Скай. И сейчас будем делать так. Я буду отсюда катить мячик к Скай. А вы все разбегаетесь в разные стороны так, чтобы не дотронуться до этого мячика. Справитесь? Да. Точно? Прикасаться нельзя. Кто сядет сюда и будет такой... А ну, моя рада не была. Хорошо? Ну что, готовы? Да! Не слышишь, готовы? Да! Раз, два, три, убегаем! Собираемся сюда все, обратно в середину. Просто разбегайте все. Аккуратно. А теперь, друзья,
как быстро убегаете. Сейчас аккуратненько собираемся все. Наверное, вы заметили, что этот мячик любит еще и прыгать. Ой, а летать он тоже умеет? Точно, сейчас этот мяч пролетит над вашей головой. Но вы не переживайте, вы все присаживаетесь. Вот так, присаживаемся. Закрывайте свои уши. И голову. И голову. Руками. И кричите: «Мама, спаси меня!» Парашют! Я взлетела на этом парашюте. Не попала! У меня был!
понравилось на парашюте летать? Очень даже. А хотите вы полетать со мной? Да. Возможно, если мы с вами сейчас полетаем на парашюте, мы будем так высоко, что увидим этот сюрприз. Лена? Да. Ты что, кто полетает на парашюте? Да нет, можешь там? Да нет, подходи, пожалуйста, ко мне, смотри, какой красивый. Как ты думаешь, что там? Покажем твоим друзьям. Смотрите скорее. Ой, какой красивый. Слушай, а может быть мы сразу достанем их всем? Вместе покажем. Да нет, ты мне поможешь достать его. Тогда держи за кверху. Иди не сильно, сильно. Ой! Друзья, сейчас аккуратненько подходим к нашему парашюту. Беремся за ручки со всех сторон. Обратите внимание, что возле меня тоже есть свободные ручки. Обходите вокруг, обходите ко мне. Сейчас опускаем наш парашют вниз. Гончик, мне кажется, там много ручек. У всех есть ручки. Смотрите, у кого нет вот таких ручек, все сейчас пробегают на нашу сторону. О, готов? Вниз, пробегай сюда. Иди сюда, погоди. Хорошо, хорошо, лучше. Держи вот эту петельку. У кого-то еще нет петельки. У всех есть ручки. У всех есть петельки. Тогда сейчас опускаем вниз, мы вам покажем. Хорошо, понятно. О, а вот этот. Проходите сюда и вот поднимитесь рядышком. Вот. У всех есть ручки. Возьми одну. Одну. Ну что, показать, как управлять парашютом? Опускаем его вниз. И сейчас делаем легенький ветерок. Какой небольшой. Легенький. Еще сильнее! Стоп! Останавливаемся и опускаем наш парашют. А теперь поднимаем его вверх и улыбаемся друг другу. Вверх! Вниз! Остаемся на своих местах. Поднимаем вверх, улыбаемся. Вниз! Вверх! Вниз! Один. Самое время полетать на этом парашюте. Отпускай ручку. Мы поднимаем вверх. А ты заходи в серединку и ныряй туда. Заходи вниз, заходи, под него. Под парашют, ныряй. Ныряй. Под парашют. Вот, вот снизу. Поднимай его, вставай вот туда в серединку. Поднимай ручку вверх. А мы немножко опускаем. И выставляем ручку. Ай, 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 ай. Ручки, стоп, 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 стоп. Сейчас мы с вами будем делать все очень медленно, хорошо? И аккуратно. Сможете самый медленный ветерок поставить? Данила, еще куда один. Куда полететь? На пляж. Куда бы ты хотел полететь? Посмотри, что ты сделал. И на базу щенячьего подумала. Куда полетим? Куда полетим? Он думает еще. А мне кажется, он просто не хочет нам рассказывать, куда он летит. Но тогда давайте делаем небольшой ветерок. Небольшой, что? Небольшой. Ну вот, небольшой. Небольшой. Да нет, тебе нравится. Нет, да? Тогда посильнее делаем. А теперь стоп. Поднимай вверх, и Данил выбегает. А сейчас Данил выбирает, кто из его друзей будет летать следующим. Друзья, каждый из вас окажется там в серединке. Кончика, давай я буду затрагивать. О, ты будешь затрагивать. Тогда теперь забегай. О, а потом, все. А ты будешь следующий, хорошо? А потом я. Друзья. Ребята, послушайте, пожалуйста, меня внимательно. Тянуть нельзя. Нужно просто вот так делать. Очень легонечко и аккуратно, хорошо? Тогда приготовьтесь. 3, 2, 1. Полетели. Закрываем. Открываем и кричим. Ура! Ой, ура! Выбегай. А теперь. Готов? 1, 2, 3. Кто будет следующий, кто выберет Спай. Спай выбирает.
Ручки не вставай. Машина в вертолет! И стоп! Закрутился? Молодец, выбегай! Больше на крутиться не надо! И оп! Крутиться нельзя, хорошо? Раз, два, три! Правило номер один. Вставать нельзя, понятно? Да.
Ручки поднимать нельзя, хватать ничего нельзя. Просто сидим и улыбаемся. Можно голову руками закрыть. Если хотите. И все. Договорились? Взрослые слушаем команду. Поднимаем вверх. Вниз. Вверх. И вниз. Поднимаем парашют, а вы убегаете к мечте. Мы здесь. Раз, два, три. Молодцы. Взрослые отпускаем. Раз, два, три. Друзья, сейчас все присаживаемся на стульчики и вместе кричим «Ура!». Какие вы умнички. Ну что, выполнили? Ребят, я их соберу. Да, вам понравилось? Да. Да, ну тогда бери. Ой, смотри, какая сумочка. Пока она не заметила, быстро. Ура! Здорово, друзья, правда? Слушайте, у меня здесь такой вопрос возник. Мне стало очень интересно. У вас настроение хорошее? Да! А почему? Потому что у меня день рождения. Да! Тогда сейчас мы хотим вам показать один сюрприз. От щенка, который очень сильно любит воду. Зума! Точно, это сюрприз от Зумы. Он изобрел эту специальную полочку с морской водой, которая может помочь измерить ваше и наше настроение. Ой, знаете, как ей надо пользоваться? Вот так берешь подушку, ставишь очень-очень аккуратно, смотришь и улыбаешься. Обнимаешь и... полочку. Колбочку легонечко обнимаешь. Только не давить. Она стеклянная и очень хрупкая. Конечно, легонечко прикоснуться, и тогда наполнение ваше настроение. Да, ну поднимайся, будем проверить. Если бы не хлопая, тогда холодная. А? Не хлопая, холодная, значит. Да. Да. Обнимайся и улыбайся. И улыбайся. Ой! Давайте сейчас цепочек. Вот для фона. Можно? Поворачивайся. Ой, как поднимается! Подумай, что будет хорошо. Вот это да! Аплодисменты! Аплодисменты! Я знаю, нам нужны волшебные слова, знаете, где? Наши волшебные слова будут звучать так. Данил самый прекрасный волшебник! О, здорово! Данил, тебе нравятся такие волшебные слова? А теперь все вместе говорим волшебные слова. Мы можем запомнить. Да, мы самый прекрасный волшебник. Здорово! Друзья, все по очереди, не переживайте. Никто не уйдет. Только не дави. И все вместе говорим. Данил самый прекрасный волшебник. Мы можем все вместе с вами говорить. Мы с Данилом самые прекрасные волшебники, все и никто кроме нас. Если даже так будем говорить, это будет здорово. Так давайте так будем говорить. Мы с Данилом самые прекрасные волшебники. Готовы? Это вместе. Мы с Данилом самые прекрасные волшебники. О, понимаю.
Держи. И все вместе говорим, мы стоим вам самые прекрасные волшебники. Улыбайся. Улыбайся, даже настроение. Давай, я еще очень мало улыбнусь. А покажите, как нужно улыбаться красиво. Мне кажется, мы украсим. Мне кажется, нужно аплодисменты. Молодец. Присаживайся. Так, следующий. Алиса. Слава. Становись. Поворачивайся. Обнимай. И все вместе. Аплодисменты. Мы самые прекрасные волшебники! Мы садим сами! И поднимается настроение все выше и выше! И все вместе кричим! Отпускай. Отпускай. Выставляй силовочку. 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 Последний. И потом еще на хорошее. Заряди лучик хорошей энергии. Ты видела?
А ви показуєте. Такой сильный ураган, да? Ураган! Ураган! Ураган!
Скажи, как ты думаешь, если тебе поможет Данил, может быть, ураган станет еще сильнее? Давайте! Данил, он может помочь? А, ходи, смотри, смотри. Я хочу ходить подальше. Держи. Еще одна. Это кое-что интересное. Что Маршал делает? Пожар! Пожар! Слушайте, что-то вам не жарко случайно? Мне кажется, вы такие горячие. Да? Может, вас потушить? У нас для этого есть специально. Все, кто меня слышит, поднимите правую руку вверх. Все, кто меня слышит, похлопайте. Все, кто меня слышит, попрыгайте. Все, кто меня слышит, делай так. А теперь, друзья, ай! Не буду тебя тушить, да? Не надо вам сюрприз подать. Хотите увидеть сюрприз? Тогда поднимайте все свои ручки высоко вверх. Покажите все свои пальчики. А теперь похлопайте. Ой, какие звонки. А сейчас... Приготовились! И ловим целый дождь из мыльных пузырей! Подарок, нет. У меня есть предложение. Наверняка у каждого друга Данила
есть какое-нибудь доброе пожелание? Есть? Да. Тогда сейчас мы подойдем к каждому из вас, потому что желание, что вы говорите. Мы подойдем с микрофоном и вам скажем: Данил, желаю тебе, желаю тебе сегодня, а потом споем самую главную песню, разрешить на каждый день рождения. Знаете, что это за песня? Да. Точно. Тогда поднимайте ручки. А ты внимательно слушай, можешь выйти сюда, чтобы тебе было лучше слышно? Ну? Удобный вообще стульчик, да? Я желаю, чтобы ты был здоровым, тусил славу и был самым крепким в мире. Ой, какой молодец, да, выходи. Желаю здоровья и счастья. Умничка, выходи. Мне было лучше. Желаю, чтобы какая малость из себя. Ой, молодец. Данил, ты слушаешь пожелания? Я тебе здоровья. Я желаю, что у тебя было много подарков. Огромное спасибо, друзья! А сейчас, пожалуйста, поднимайте все правую ручку высоко вверх. Гладим все по голове и говорим: ай да я, ай да молодец! А теперь поднимайте еще выше и говорите: до свидания, гонщик! До новых встреч, друзья! Пока! Отпускаем. Молодец,
сейчас.